20 и 21 января в центре Единоборств прошли чемпионаты первенства области по ММА. 220 спортсменов, представлявших 13 команд, состязались в 5 возрастных категориях. Они боролись за медали и право представлять наш регион на соревнованиях Сибирского федерального округа. Позвольте мне от имени нашего губернатора Александра Леонидовича Буркова поздравить всех с открытием соревнований открытого первенства и чемпионата Омской области, пожелать здоровья, пожелать побед, успехов не только в спорте, но и в жизни, в учебе. В старших возрастных категориях главная борьба развернулась между спортсменами школы единоборств «Шторм» и клуба «Ермак». В состязании юниоров 18-20 лет штурмовцы взяли верх в 6 весовых категориях из 8. В споре взрослых спортсменов первенствовали бойцы клуба «Ермак». Они выиграли 5 золотых медалей. В соревновании уровень растет. Мы каждый год заряжены на эти соревнования. Это отбор на СВО. В этот день получилось выйти в финал. Были удары в корпус. В партере у меня классно начали получаться треугольники. Закидываю каждый треугольник. Могу на грэпплинге это все отрабатываем и используем на практике. В 3 юношеских категориях отличились бойцы школы «Шторм». Они выиграли 13 золотых медалей. 5 главных наград завоевали спортсмены клуба «Аскен». Развитие у нас проходит очень динамично. Из-за того, что у нас высокая конкурентность между собой, между клубами. Поэтому ребята стараются, растут. Все клубы очень сильно подтянули грэпплинг. То есть это борьба в партере. Смотрю, что появляются новые приемы, такие приемы, которые, можно сказать, высокой сложности. То есть технический арсенал у ребят растет. Соревнования Сибирского федерального округа пройдут с 17 по 19 марта в Барнауле.